Будем что-то придумывать. Ну а что ты играешь? Thank you.
так и будем. Коня в воде бы открылась. Зачем? Да, на H3 провисал в какой-то момент. А там всего на H3 бил. Зачем коня так? Коня не даже H4, пусть бьет сам коня. Конь E4 пойдет. Да, но бил бы здесь, всего на H3. А на самом деле в варианте конь E4 вы даже фигуры не теряли. Потому что у нас на C3 зависало. Понимаешь? Нам пришлось бы бить, и вы брали бы DE, и там я у вас опасная... Ладья-то чего? Она стоит, чтобы он ее пешку убрал. А так пешка встала, ладья встала, ладья бьет. Все верно.